Совсем недавно закончился конкурс среди молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, и по его итогам сформировано молодежное правительство Рязанской области. На первом заседании выступил губернатор Олег Ковалев. Он сообщил ребятам, что фактически молодежное правительство – это управленческий резерв для региона, и наиболее активные его участники смогут начать работу в различных органах исполнительной власти. Я хочу вас поздравить с избранием вас членом молодежного правительства. Это, честь ваших коллег, большая честь, то, что вам доверили ваши коллеги работать в составе молодежного правительства. И в то же время есть серьезная ответственность перед теми коллегами, которые за вас, поддержали и сделали так руководителем различных министерственных ведомств. По словам присутствовавших, в состав молодежного правительства вошли наиболее достойные. Прежде всего, представителям областного кадрового резерва сначала, по мнению главы региона, необходимо набраться опыта работы в управленческих структурах. Каждому из находящихся в зале заседания молодых министров предстоит пройти стажировку в профильных, уже взрослых министерствах. На первом этапе, чтобы вы провели стажировку вместе с министром, надо посоветоваться, какие Ребята подарили губернатору значок с эмблемой молодежного правительства. Основными вопросами на первом заседании стали организационные. Ребята избрали председателя. Им стала студентка РГУ Мария Дьяченко. Далее выбрали замов и секретаря. С напутственным словом обратился и зампредседателя правительства Рязанской области Сергей Самухин. Он пожелал ребятам успехов и активной работы.